И вот я на улице Розы Люксембург возле первого общежития Донецкого национального университета. Однокурсники. Видите, где я иду? А второй корпус, второе общежитие, это наше. Экономический факультет, учетно-финансовый, экономико-правовой и математический. Вот он, второе общежитие. Те же окна. Это общежитие под ремонтом. Никто не живет. Скоро тоже будут отремонтировать и будут заселять. Вот от общежития поднимаюсь к главному корпусу университета. Этой дорогой все мои однокурсники ходили каждый день на занятия, так как надо было еще доехать. Наш корпус находился напротив Донбасс-арены. Шли вверх до трамвайчика и потом на трамвайчике. Вот общаги. Сейчас увидите главный корпус университета. И вот впереди уже подготовительный факультет, где учился Чарльз, и главный корпус универа. Девчонки, помните эту дорогу? Каждый день ходили. И рядом химический факультет. Вот химический факультет. Такое здание. Сейчас между химическим факультетом и подготовительным можно увидеть часть бассейна, который мы в свои студенческие годы строили. Вот он, бассейн университета. На субботники нас приглашали делать дно самого бассейна. И мы с радостью ходили, делали, хотели, чтобы он скорее открылся. Но пока мы учились, его не открыли. Только после нашего окончания он открылся. И рядом международный факультет. Подготовительный факультет, где учились наши ребята из других стран. Международный факультет Щорса 17. Окна уже многие поменяли на пластиковые. Потихоньку обновляется.
и подходим к главному корпусу. Ёлочки здесь. И вот он высится вверх. Вот здесь у нас было посвящение в студенты. Исторический здесь факультет. Иностранный... Нет. Исторический точно. Окна светятся. Преподаватели, студенты учатся и работают. И вот он, Донецкий национальный университет. И вот мы уже на пересечении Университетской и Гурова. Вверх по Гурова можно дойти до Артема, Челюскинцев, а это улица Университетская. Здесь я с вами буду прощаться. Всего вам доброго, хорошего, позитивного. Пока!